Всем приветики. Сегодня поиграем в Star Conflict только на телефоне. Я его где-то давно скачал, уже давно не играл. Здесь прикольно, телефон поднимаешь выше, ниже, и корабли двигаются левее, правее, и корабли тоже двигаются. Контейнеры. А, бесплатные попытки, премиальные. Так. Ох, ничего себе. А почему на компьютерной версии такого нет? Бесплатные контейнеры. Премиальные. Круто. Это получается Star Conflict Heroes. Star Conflict Герои. Ну, то есть, мобильная версия. А обычный контейнер аж 5 раз можно открыть. И, типа, вот, 4 чертежа, банки, еще чертеж. Правда, я уже не помню, для чего они нужны. И через 30 минут снова можно будет открыть. А премиумный через 2 дня. Жалко, вот на ПК так нельзя. И вот у меня во флоте добавился спирал, а не было. А вот. И здесь что получается можно? Награды. Это за вход. Сверху мои все, что у меня есть. Почта. Нет сообщений. Магазин. Здесь что-то можно купить, но мне оно пока что не надо. Кстати, здесь такой же мужичок. Как и на компьютере, точно такой же. Так, здесь даже чат есть. Так, как его закрыть? Ну, в компании что там у нас? Даже можно погромче сделать. Прикольно, что я сам летаю. Только куда мне надо? А, так мне сюда и надо. Здесь нужно улучшить. На складе аж 10 штук. Ну что, в бой? Если ты типа стреляешь и ждешь, пока способности зарядятся, когда заряжаются, вот, тогда ты нажимаешь. Ну проще, чем на компе. На компе тебе надо там целиться, со мной летать, а здесь не надо.
Я один корабль потерял. Ну, это награда. И открывается новая локация. Как же это было круто. Получить награды. Здесь просто останавливаем в нужный момент. Как его с собой взять? Во. Этот, который я еще взял, такой огромный по сравнению с остальными. Две двойные награды. Нормально. Ничего себе. Я так на изи его собрал. На компе, по-моему, какой-то редкий корабль был собираемый. Прикольно, обломки какие-то нашел.
Так что я ничего не понимаю. Доступные банки какие-то. Ничего не понял. Ну, убой. Ага. Крутая способность. Ну, такая вот игрушка. Летаешь, проходишь миссии. Прикольно, на самом деле. Можно играть, играть, потом открываются бои пиратов, портал. Когда-нибудь я это все открою. Босс. Ну, здесь я надеюсь, этот будет полегче, чем на компе, потому что на компе он нереально сложный. Вот. Ну, а пока что все. Всем пока, да.